Итак, всем привет, дорогие друзья. Приветствую вас на канале Копцев РС. Сейчас у нас задача проверить, как дела с звуком микрофона. Прошлая трансляция была не особо хорошая по звуку. Сейчас я попробую немного подзаписать, выключу микрофон, послушаю себя. Сегодня у нас по плану доделать немного Инжору, джип Чироки, установить сзади запасное колесо. Короче, будем обновлять нашего Чироки. Как всегда, я все не успеваю, все в последний момент. Давно трансляции не было, ждал запчасти, так они не приехали. Ну, хоть что-то да приехало. Итак, 2 секунды, сейчас я проверю звук. Итак, всем привет, дорогие друзья. Приветствую вас на канале Копцев РС. Сейчас у нас задача проверить, как дела с звуком микрофона. Прошлая трансляция была не особо хорошая. Итак, то, что я увидел, мне кажется, все хорошо, замечательно звуком прям. Не знаю, что было на прошлый раз, но что было, то было. Сейчас проверю, сделаю, наверное, немного тише. Мне надо, чтобы кто-то появился из моих. Вячеслав бы появился, было бы супер, тогда я бы знал, как дела у нас со звуком. Прикол в том, что я без футболки сижу, и мне некуда закрепить микрофон. Что-то я об этом не подумал. Наверное, придется сейчас его вокруг шеи лепить. Итак. Как-то его закрепил. Не знаю, насколько хватит длины этого микрофона. Нет, длины хватает с головой. Все, думаю, можно понемногу начинать. Надеюсь, Слава подойдет сегодня. Или Дмитрий, или еще кто-то. Итак. Так, мне надо еще под шумок здесь немного убраться. Потом мне здесь ревизор приходил и все немного почистил. Короче, задача, еще раз повторяюсь. Некоторые вещи заменить по декору, которые я успел уже сломать. Установить заднее колесо. Установить виткорезы. Приехали они нам. Сейчас будем сверлить. Только мне надо все пособирать немного. Малой сделал мне здесь порядок. Стяжки ему захотелось изъять. Давно стримов не было, я ждал посылки. Так, где наши сегодняшние гвозди программы? Вот, виткорезы. И вот крепление для заднего колеса. Сейчас мне еще надо найти заднее колесо, а то я, как всегда. В принципе, заднее колесо можем снять и отсюда. Взять заднее, имею в виду запасное. Что там у нас?
кто-то был, да вышел. Ну, не страшно. Так. Главное, чтобы немало не разрядил все шуруповерты мои. Такс. Завтра, ребята, там, пользуясь случаем, скажу, что выходит новое видео по Defender. Тьфу, ошибся, по Defender. По Enjoy. По джипу Cherokee. Там, где я как раз по болотцу проехался немного. Это первая часть, там их будет, не знаю, сколько частей. Части 3 точно будет. Я думаю. Первый такой тест болота прошел плюс-минус успешно. Что-то с движком стало, наверное, перегрелся. И комп просто вырубил его. Я думал, что уже все, машина ехать не будет. Но там как раз дождь начался. Я отошел к машине. Думал, выключу, включу, проверю. Выключил, включил, все, машина поехала. Наверное, там же какая-то защита сработала. Поэтому. Так, смотрим, где мы можем запасные колеса найти наши. Наверное, возьмем отсюда с багажника, снимем пока. Так, надо немножко поднять вам. Вот так. Устанавливать будем в эту часть. Смотрим, вот такая штука продается, там приехала. Так, ножичек. Так, ближе поставим немножко. Так, секунду. Поднастроим все, плюс-минус. Так, меня не обязательно, чтобы было видно. Меня главное, чтобы вам было видно все детали. Ссылки я, если не забуду. Если что, мне напоминайте, чтобы я вставлял все ссылки. То я реально могу забыть. Так, вот. Вот наше крепление под колеса. Под запаску. Вот здесь мы крепим само колесо. Получается. А изнутри будем сверлить. Тут у нас отверстие идет с резьбой. Изнутри будем закручивать вот так вот на шуруп. В идеале, наверное, было бы еще хорошо дать шайбу. Посмотрим, если у меня будет, я дам. И вот так вот у нас будет все это выглядеть. Сейчас я прям наглядно вытащу запасочку, сниму с крыши. Так. Вот. Блин, неудобно, конечно, без футболки с этими проводами. Но что поделать. Вот, вот так вот оно у нас будет становиться. Так. И вот наша запаска встанет вот примерно где-то здесь. Вот такая вот приблуда. Вот так вот. Тут мы его крепим. И вот где-то вот тут мы его присобачим. Так надо посмотреть. Единственное, не слишком ли будет выпирать это запасное колесо. Не знаю, возможно, наверное, даже сюда. Хотя будет как-то странно выглядеть, наверное. Место я оставил под него 100%, но будем смотреть, короче. По идее, плюс-минус торчать не должно особо. Вот этим мы сегодня и займемся. Ну и виткорезы будем устанавливать. Чтобы было совсем уж так плюс-минус копейно. Не супер копейно, конечно, но и так сойдет. Так, я так понял, что тут у нас шурупы одинаковые идут. То есть париться особо нету смысла. Да, сюда. И сюда. Все, когда мы как раз закроем эту часть, будет нормально смотреться. Так, поехали. Чтобы это нам все сделать, у нас там все подсоединено. Также у нас здесь поломалось крепление для огнетушителя. Мы его установим. Так, и виткорезы будем
крепить. Вот тут у нас есть какое-то место под люстру, но мы ее будем использовать. Hello, my friend. Будем использовать ее под вид креза. То есть примерно отсюда и вот сюда будут у нас такие направляющие. Hello, my friend. Can say me if I correct speak your name, James? James, it is correct? I think yes, James. James. Hello, my friend. Thank you for your support. I appreciate it. My English perfect. You know? It's joke. Так, приступаем, короче. Нам надо отсоединить это все дело, снять. Посмотреть, как мы вообще это можем. Так, я вижу, что у нас уже все падает. Все прям рушится. Болото очень сильно, я все плохо вымыл. Ну, ничего не поделаю. Как помыл, так помыл. Болота действительно слишком много. Так. Как бы мы установили запаску? Я вижу, что надо снимать интерьер отсюда. Так, интерьер бы нам снять. Так, проверяем, воды нету ли у нас здесь. Да, вода попадала. Бляха-муха, вода у нас здесь. Ребята. Плохо держит пакет. Так, нужно кусачки. Срочно. Так, кто у нас там что пишет? Кусачки я вижу только большие, блин. Эх. Мне большие не подходят. Вот ёлки-палки, вот какого хрена? А, я знаю, где кусачки. Отставить. 2 секунды, мне сейчас надо отойти за кусачками. Сейчас я вернусь. 5 секунд. Было бы хорошо, чтобы я установил этот микрофон где-то возле телефона. Надеюсь, слышно будет неплохо. Вернее, не совсем хорошо, не совсем уж плохо. Так, я попробую сейчас сделать громче, чтобы улавливало больше. Так, пробуем, что у нас по звуку. Должно быть неплохо. Вот сейчас точно. Так. Вроде нормально. Должно быть. Плюс-минус. Так, у меня здесь коробочка должна быть с моими кусачками. Что случилось за это время? Приобрел новый гимбал. Стабилизатор.
Не уверен, насколько он лучше будет. Сильно ли это будет заметно вообще на видео. Но вы дайте знать, если там будет, будет стоять видео. Если увидите вдруг разницу, поймете, что это новый стабилизатор, напишите в комментариях. Но еще нет, еще данные видео там все старые. Все на старом дело. Там есть одна функция в новом стабилизаторе, которой нету в старом той функции, но в остальном там ничего такого прям аж сверхъестественного. В основном там дальше идут все минусы в новом стабилизаторе. Новый стабилизатор ровно в два раза больше, чем старый. И чтобы его с собой переносить, раньше у меня занимал маленькую коробочку старый стаб. А сейчас мне это будет занимать, ну, уж очень много будет места. Итак, смотрим, что у нас получается. Полный пакет воды. Пакет надо защищать должен, а он набрал воду, и это все время провода стояли в воде. Печально. Ну, шурубы это. Хочешь болотце месить? Изволь. Промогу, промокнуть немного. Так, сейчас бы нам эти вытащить проводочки, и мы бы отсоединили наш корпусок. Так, один есть. Второй есть. Так, еще третий подозреваю. Третий есть. Слава, наверное, все, отписался. Стримов нету. Смотреть не буду. Или нет. Так, все. Здесь так все, блин, как на скорую руку крепил, так все и осталось. Ну ладно, пусть будет так. Лучше, чем так. Чем никак. Так. Сама шашка чистая получилась после всех моек. Ну вот. Сам корпус не супер круто помылся. Ну, уже как есть. Так. Смотрим. Смотрим. Смотрим и видим, что нам надо снять. Блин, проблема. Мне еще упирается на эту люстру. Надо что-то положить. Типа бампера. Вот так вот. Чтоб все упиралось не на люстру. Окей. Теперь я вижу, скорее всего, мне придется отклеить такие некоторые проводочки, чтобы я мог нормально зафиксировать. Блин, пузяку мою видно только. Сорян. Так, попробую на себя направить микрофон. Чудо. Вроде нормально сейчас по звуку. Блин, конечно, не хотелось бы сейчас отрывать опять провода, потом опять их клеить. Но чтобы мне добраться вот сюда. Так, давайте все перевернем, определимся с местом, где будет установлена запаска. Так. Наверное, лучше сразу здесь прикрутить, чтобы понятно было, наглядней. Так, мы устанавливаем запаску. Вот на такую штуку. Так, мне нужна моя отвертка. Опа. Мне нужна сушеная отвертка. Так, я правильно понял? Здесь я правильно понял. Так.
Сейчас установим запасочку нашу. Должно все стать интересней. Так, есть. Вот как оно все выглядит. Запирать будет, но не сильно много. Теперь пробуем снять нашу. Да, все без проблем снимается. Да, и получается, что у нас будет плюс-минус место дворника. Надо будет рассверлить дырку. Отверстие. И вот туда запасное колесо присобачить. В идеале, наверное, было бы, чтобы здесь было бы короче, было бы лучше. Но уже как есть. Дело в том, что здесь у нас такой идет перелом. И под это место слишком высоко надо будет снимать точно. Точно придется снимать интерьер. Или прямо вот так вот через интерьер крутить. Тогда я его покороблю, я его погну. Даже возможно он треснет. Ух. Плохо все. Ну, что поделаешь. Надо подумать, как бы минимально это все сделать, чтобы минимально оторвать. Блин, включил кондиционер, теперь холодно. Да, идеально все открутить. Достать отвертку, которую я брал с собой. На всякий пожарный. Ищем двушечку нашу, снимаем интерьер, смотрим, что надо отрывать, что не надо. Возможно, не придется много срывать. Так. Один. Так, есть второй. Так. Так, хорошо. Теперь смотрим. Здесь точно надо срывать. Я думаю, вот эти две липухи, если мы срываем, дальше у нас плюс-минус освобождается немного места. Вот так вот. Мы можем попробовать отсоединить наш интерьер. Хотя бы немного сдвинуть вперед. Так. Все идеально. Наверное, идеально, скажем так. Теперь у нас нам надо просверлить. Возможно, среза здесь немного. Надо опять перевернуть все дело. Блин, все болото осыпается. Что поделаешь? Так, здесь придется, по идее, срезать сейчас.
Эх. Даже не срезать, а просто просверлить, оно само отвалится. Так. Наше сверло. Интересно, каким звуком дела. Что я переживаю. Так весь стрим стримишь. И вообще не понимаешь, что у тебя там по звуку. Оказывается, что там полная труба. Рыпело, не знаю, я не посмотрел весь стрим тут. Но рыпело так достаточно неплохо. Так, смотрим. Батарейка вроде живая. Тоже хорошо. Тут пару отверстий придется вам сюда сделать. Я не знаю, сколько долго хватит этого батарейки. Так, вот сюда примерно. И будем сандалить нашу запаску. Так, отлично. Отлично и очень быстро. Что не может не радовать. Так, потом режиком. Так. Можно даже не режиком срезать, а вот этим делом. Откусить просто кусачками лишнее. Так. Смотрим. Зайдет ли сюда наше сверло. Ой. Шурупикс. Да, шурупикс заходит свободно. Плюс-минус. Так, меняем насадочку. Крутим пару раз, чтобы меньше гемора было потом. Так. Пока мы разговариваем, можно поставить на подзарядочку и это дело тоже. Так. Чтобы не тратить время драгоценное. Такая жара, ребята, капец. У меня здесь 27 градусов. Это с этим, с кондиционером, блин. Мне же не включаю, потому что ну его нафиг. Можно доключаться. Такс. Как думаете, лактайт сюда добавлять на запаску? Или и так сойдет? Думаю, чутка можно капнуть, чтобы не было проблем потом в дальнейшем. Hello, my friend. Big BRC. Yeah, enjoy, enjoy. This is a car, this is a C4 mood. You know? Tomorrow we can see new video. Sorry, my English is so bad, but I hope you understand me. Tomorrow we have new video in this with this FC. Так, думаю, немного капельку лактайта дадим, будет самое то. То неохота, если раскрутится колесо во время там какой-то езды в болоте, тем более. Плюс мы будем вечно упираться в это колесо. Что капелька маленькая. Думаю, будет самое то. Немного много дал. Мы сейчас это поправим. Так, совсем малость немного дадим. Лактайтика. И все, и колесико наше уже никуда не должно деться.
It's good. Так, вот, туда вот примерно будем ставить нашу запаску. Мне кажется, она слишком выпирает, но ладно, что поделать. Что маем, то маем. Можно, в принципе, подрезать, но придется, если резьбу нарезать, головняк. Мы сейчас вот здесь это все. Ставим. Так, смотрим. Совсем хорошее место с этой стороны получается, но что поделать. Да, место совсем неудачное. Надеюсь, все будет хорошо. Да, поместилось. Здесь немного вырезала. Думаю, можно здесь тоже дать капельку лактайта. Вот так вот. И накручиваем, устанавливаем нашу запаску. Блин, чуть сильно она под углом стала, ну ладно. Так, блин, это будет цепляться жестко, конечно. Жестко, ну как есть. Я надеюсь, неплохо будет так. Думаю, конечно, будет ровно, но... Ладно, надеюсь, не потеряю это колесо. Просто уже негодность шуруп, я думаю, пришел. Можно попробовать, конечно, еще вот так вот. И все фиксировано здесь. Нормально. Не будем перегибать. То сейчас мы это все сюда дело вырвем. Так вроде смотрится норм. Так, одно вроде как есть. Теперь нам надо установить все назад. Наш интерьер. Так. Устанавливаем. Ух ты ж, елки-палки. У нас здесь еще места кучу. Ладно. Смотрим. Нам здесь в идеале докрутить таки до максимума. Насколько это возможно. То места здесь куча реально. Флорида, yeah.
I hope maybe in future I will live in Florida. Maybe. I hope. Yeah. I know. I like realistic. I like when looks scale. I think it's no problem because I add this in wheel. And we have compensate, maybe, you know, maybe it's correct. Так. Вроде встала назад, как было. This is a vehicle for video, not for competition. Здорово. Здорово, Ваник. Установил запаску. Криво, наверное, но ладно. Сейчас проверим. Так, монтируем назад интерьерчик наш говняный с Лексана. Лексана Найтбрас. Yes, I like brass, but I don't use I will use this first time. Before I don't use brass. I try without brass and with brass. Так, вот наша запаска, которая криво стоит. Ну ладно. Криво обожжело. Так. Окей. Дальше нам надо установить. Блин, конечно, там на жопу прибавится веса так неплохо. С этой запаской. Возможно, нам придется даже пружины немного тяжелее ставить. Вернее, жестче. Так, дальше смотрим, что у нас есть по. Мне кажется, слишком высоко. Взял себе хобби-винг. Не, еще не взял. Мне еще до хобби-винга столько всего надо переделать, что ты не представляешь. Хобби-винг возьму, когда вот прокатаю нормально вот этот 45-й коллекторный мотор. Да, я смотрю этот, короче, который, как его называют. Тот, что мы устанавливали сюда. Довольно неплохо работает по бездорожью. Там есть какие-то рывки, но мне, кстати, сойдет.
Там, возможно, если его нормально отрегулировать, он даже и для болота самое то. То сейчас, знаешь, брать хобби винг для болота такое себе, ну, удовольствие. Так, я вижу здесь пружина. Пружины есть. Мне кажется, пружина это чтобы. Это чтобы, чтобы. Нифига себе размерчик. Тут уже все запаяно. Нафига такое было делать? Блин, ну я вам скажу, конечно, здесь этот тросик качество такое имеет обалденное. Такое чувство, что он чем-то пропитан еще сверху, типа как изоляцией прозрачной какой-то. Силиконом, возможно, не знаю. Только дело в том, что он нам немного длинноват получается. Вадик, скажи, как по звуку? Сорян. А то у меня прошлое видео, я потом перестрел, мне кажется, рыпел звук. На заднем плане коробка. Вот это? Это ж старое, то, что мы устанавливали сюда. Это компьютер. ESC. Регулятор скорости. Вот. Так, смотрим, как у нас сюда крепиться будет по все дело. Так, у нас здесь шурупчики. Хорошо, хоть ты, Вадик, пришел, а то, что скучновато было. Слава где-то пропал. Я пару дней не делал видосики. Он, наверное, все забил на меня. Или просто понял, что я меня нету и уже даже не проверяют, если там запись эти трансляции. Обидно то, что здесь они так аккуратно сделали. Сейчас приходится это все будет ломать. Блин, вам что ни черта не видно. Так, пускаем. Блин, из этой трансляции пришлось, короче, штаны одевать. Так, и что мы видим, короче, здесь? Таких штук только есть две. Это печально. Конечно же. Ну и на том спасибо. Так, мы это все крепим. Так, что там вообще видно? Блин, ты картинкой. То туда, то сюда. Вот так вот. И вот так вот здесь будет. И вот здесь. Обидно в том, что они сделали так клево. Сейчас надо это все откусывать. По-любому. Но здесь я установлю так. Воспользуюсь ихней штукенцией. Конечно, здесь надо так. Будет неплохо прикрутить. Хотя делаем сквозную дырку. И все, все дела. Интересно, куда крутить, на самый край или не на самый край? Как лучше? Возможно, не на самый край. Вот так вот. Хотя работать должно, по идее, с самого края. Ладно, не беда. Разберемся. Главное нам взять сейчас сверло подобрать под наш шурупчик. И все будет четко. Так, а сверло у нас где-то здесь. Окей. Thank you, Big B. Have a nice day. Так, наши шурупчики, вот этот сверлышко должно подойти. Да. Итак, смотрим примерно, как оно должно быть, где, куда мы его сможем зафиксировать. Где-то сюда бахаем меточку.
Так, если будем это здесь сверлить. Конечно, в идеале здесь, если оно будет понадежней. Нам надо понадежнее или покрасивее. Так и так нам надо, да? Вот здесь, значит, будет у нас понадежнее. Да, еще интересно, что с той стороны, блин, я смогу просверлить. И как я смогу вообще закрутить, поскольку у нас там идут фары. Ага, нифига я не смогу там делать, понятно, все. Отставить, короче. Эх. Облом какой получается у нас здесь фары. Так. Хорошо. Блин, а здесь я, короче, вырвал аж два этих. Два шурупикса, как болото, блин, закидало. Короче, она такая в болоте была. Просто. У меня из-за болота прям валы перестали крутиться. Это была печалька такая. Ну как, это было круто. Но, блин, как я должен... Оу. ТП Шварц, сорян. Шварц определил немного. Такс. Оно до сих пор видно, сколько здесь болото еще осталось. Глины прям. Такс. О, блин, мне придется вот этой глиной как раз сверлить сейчас все это. Да. Наверное, я возьму с этой стороны, высверлю, и где оно получится, сам его и прикручу. То есть будем плясать вот так. Блин, надо какой-то отверткой плоской по всю землю забрать, отсюда прям уже. Так, плоской тут не наблюдаю. Так, есть плоская отвертка. На прошлых выходных первый раз катал свою. Круто, поздравляю. И как? Блин, здесь сорвано все к чертям. Все понравилось или есть что улучшать? А тебя вообще что за тачка, я забыл? У тебя что, с Бенгуда, да, вроде? Если я не ошибаюсь. Так, куда это все говнецо выкинуть? Надо было пылесос с собой взять. Так, короче, хватит так. И так сойдет. Так, он будет установить сверлышко. Опа. Сорян, подвинул вас немного. Так, устанавливаем маленькое сверлышко и поехали. Где вылезет, там вылезет. Мы же тут в полевых условиях устанавливаем все. Ну это хорошо, что не жалеешь. А что взял, кстати, я не прочитал. Have nice days. А сколько вообще обошлась? Там что, улучшал или как-то? Скажи сейчас, что за тачка? Ты уже забыл. Так. РБТ. Прошка, я понял.
Я тоже смотрел на нее. Да, интересно, можно будет как-то попробовать. Хотя мне уже столько еще надо доделать, пробовать. Мне бы вообще в идеале было бы так. Взять у кого-то тачку, заплатить денег, типа, покатать немного и потом отдать ее. Вот немного. На денек, типа, знаешь? То мне смысл собирать ее. Хотя, если что-то такое интересное, то можно собрать. Но вообще в идеале было бы что-то такое взять у кого-то на день, заплатить там неважно с какие деньги, потом отдать. Это как бы мой вариант. Так, пробуем, убираем. Чисто так, чтобы записать там пару серий видео. Если зайдет, то еще раз можно будет взять у человека. Так, короче, идеально просверлил на глаз. Глаз алмаз, короче. Так, монтируем здесь. Так, а я там, что говорю, видно, видно, вот что видно. Жарень, короче. А ты где, уже тут или в Германии? Я бэдлоки заказал. Круто. Вот мне вот тоже пришла вчера посылка, я думал, что это колеса пришли на Инджорус. Ой, ну сюда. На китайца этого. А оказалось, нет. Просто пришла вот эта фигня для одной руки. Крестовая отверточка. Я ждал одного, просто там все получается по одной штучке от разных продавцов. Я что-то себе думал, что это все от одного продавца будет. Неважно. Главное, чтобы пришло. Тоже буду колеса ставить на этого Жорика другие. Так. А, я тоже провтыкал, кстати, с размером резины. Я взял, типа, сейчас скажу сколько. Короче, 120 миллиметров взял. Мне надо было 108. Я посмотрел, думаю, блин, как на них катают. Ну, я думал разыграть сначала 120-е колеса. А потом думаю, а может, не буду спешить. А может, что-то стрельнет, и я соберу что-то типа Рубикона или еще что-то на 120-х колесах. И поэтому решил, пока не спешить, не буду продавать. Подождем, посмотрим. Так, вроде даже без гайки неплохо оно так держится, я вам скажу. Блин, тут такая длина. Здесь, короче, мне кажется, одной этой штуки хватит на два. Да, короче, мне так кажется, что мы сейчас обойдемся одним. Главное угадать с размером. Не запортачить ничего. Так, это есть. И теперь что нам надо? Нам сейчас надо доделать одну, потому что если мы справимся одним шнурком, у нас еще второй шнурок останется на другую машину. Вот, но здесь такой запас есть. То есть все четко. Для этого нам нужны кусачки наши. Примерно смотрим, сколько мы завернем. Если мы вот так вот завернем, нам хватит? Да, нам хватит. Блин, как бы сейчас не прогадать. Вот так вот я завел и вот так вот я вывел. Да, по идее, вот такой длины мне хватит. Так, смотрим. Вот этой штучкой, эту сразу штучку задеваем.
Это наша термотрубка. Так, вот у нас что есть. Такая клипса. Мы будем ею зажимать. А здесь у нас есть отверстие под люстру. Так, сначала надо надеть. Надели. Провернули. И вывели. Вот так вот. Пружины я даже не буду одевать. Это такое себе дело. Вот. Грубо говоря, как-то так вот оно будет. Здесь просто зажмем. Термотрубку оденем. Наденем и заплавим. Ну, подогреем, в смысле. Так, отлично. Теперь смотрим вторая часть. Вот получается, остается один вид колес лишний. Ну, как не лишний, запасной. На другую тачку. Круто, круто. Так, теперь мы монтируем вторую на другую сторону. Виткорезик. Такс. Здесь реально такое ощущение, что как бы два комплекта сразу. Я же нигде не туплю, правильно? Все так, как должно быть. С капота и туда. Норм. Значит, реально запасное получается. Такс. Там видно у нас. Так, у меня столько возврата обратно в Китай пошло. Сто 50, нифига себе. Ну 120 это козырно. 150 это вообще пипец. Там и никакие нафиг эти порталы не нужны. А у тебя RGT, ты не знаешь, какой размер идет? Ну, базы колесной. 313 или там какой-то, ну, свой? Мне просто интересно, можно ли поставить жесткий корпус туда. Так. Прикрутили, но здесь это нет, тоже без гайки даже нормально держится. Офигенно. Такс, и делаем тоже операцию. Одеваем термотрубку, чтобы не забыть. Берем кольцо зажимное. Не знаю, как называется. Зажимное, не зажимное. Продеваем. Да, здесь вообще длиннющая получается, можно было с той стороны длиннее рубать. И вот так вот затягиваем. Тут только зажмем кусачками. Да, и бомба. В теории здесь должна была быть четкая пружина. То есть надо было бы еще здесь резать. Еще загибать здесь раз. Какая-то бредятина. Тогда бы нам не хватило этих друзей. Обжимных этих. Ладно, и без пружины пойдет. Нет, не пружина такое. Ну, пружина типа круто. Если ты там нажмешь, она растянется, да? Ты отпустил, она встанет на место. Здесь, если нажмешь, она уже так-таки растянется и уже на место не встанет. Это как бы логично. Ладно. Берем, натягиваем плоскогубцами и кусаем этими узкогубцами. Вот здесь есть такая штука. Будем зажимать ею, чтобы кусачки не портить. Это типа есть кусачки, мы ею и зажмем. Этой частью. Все, погнали. Натягиваем парой плоскогубцев.
Сначала мы затянем вверх повыше. И вот здесь вот зажимаем. Все, этим попробуем. Так, я вроде что уже зажал. Вот этим мы уже не доделаем. Ладно. Берем плоскогубцы. Ладно, что я жалею, кусачек. Мы просто дальней стороной зажимать будем. Которая все равно не будет работать. Ой, ой-ой. Какой-то мягкий металл. Обалдеть, какой мягкий. Чуть-чуть я бы его, короче, просто перекусил. Раз он такой мягкий, значит, нам просто можно по скорлупцам обойтись. Просто сдавить немножко и все. Так, все. Здесь мы установили. Здесь просто лишнее. Не знаю, сейчас мы посмотрим, если оно скрывается. Посмотрим, сколько скрывается, вот столько и отрежем. Типа, пусть там будет с запасом. Как бы вот так. То есть под корень резать не будем. Здесь уже кусачки не работают. Эти новые. Ах ты ж. Прикольно. Новые кусачки. А это перекусить не могут. Да, здесь какая-то есть трубка обжимная. То есть здесь не просто проволока идет скрученная. Здесь как-то типа кембрик, изоляция какая-то есть. Потому что она очень приятно. У меня на Defender там вообще печально, там можно руку реально уколоть. Блин, надо еще обрезать. Торчит. Будет цепляться. Так. Здесь я вижу, когда я кусил, здесь уже прям видно, что изоляцию я сначала прокусил. Дерьмецо, короче. Ладно, у меня есть мелкие кусочки. Были, по крайней мере. Такс. Такс, читаю. Читаю. В LX напиши огромное у меня. Так, 150 пришло. Нашел здесь выход на ЧПУ. Шассиек. 6 миллиметров. Что такое 6 миллиметров? Я просто... ДСУ на 2,2. 313-317. Прикольно. Сладкая цена. Так а в чем проблема? Что ты их не поставил, те 2,2? Или ты колеса не те, размер не тот? Такой инжоры закажи. У инжоры есть нормальные колеса. Блин, кстати.
А, тебе надо по 2,2. Так ты смотри, ты можешь диск 2,2 вставить в колесо 1,9. Без проблем. Ну как, чуть помучиться надо будет, но вставить можно. Так ребята делают. Эти спортсмены. Вот маленькие кусочки без проблем перекусили. Это безобразие. Так, все, теперь нам надо что? Будем паяльником греть это все добро, потому что у меня спичек нету вроде как здесь. Но можно и паяльником, правда? Но надежнее будет спичками, конечно, это все сделать, оно быстрее будет. Ну вот, блин, спичек-то нет потрошать, это проблемка. Ну вот, мы вот так вот и закончили. Сейчас мы это все поставим. Только надо здесь будет пофигачить. Ладно, давай паяльник пофигачим. Итак, вроде особо спешки нету. Или пойти, походу, который час? А, 12, уже малый, походу. Скорее всего, уже мультики смотрит или спит. Так что я сейчас гоняю бегом за спичками. Такие огромные колеса даже мой акс. В смысле не тянет? Короче, я бы тебе советовал Уинджоры брать. Там доставка плюс-минус быстрая. Сейчас 2 секунды я пробегу, только спички возьму. Если я здесь пролезу, конечно. Так, господа, я здесь. Так, надо пролезть аккуратненько. Так, что мне уже пишут? Пишут по работе. Хорошо. Так. Так, поставь на 35. В чем проблема? Я вот тоже, у меня Defender тяжелый, 6,5 килограмм. У меня тоже 25. Я поменял, поставил время на 25 туда. И мне вот маловато 25 килограмм, надо будет тоже. Вот я не то, что надо будет, я вот заказал на 35. Сейчас должно прийти к следующей посылке. Как-то фуфляндия получилась. Здесь у них так офигенно стянулось, а у меня что-то так не получается. То есть я спичкой это все делал. У них прям шикарно это все получилось. Странно. Как это работает? Неужели надо просто сильнее греть? Блин, как работает эта стяжка термотрубка эта?
Это ёлки-палки. Ну уже. Типа из-за кондиционера не горит или чего? Чё за бред? Просто тупо там не горит. Капец. Тупо не работает моя термоусадочная трубка. У меня все чисто четко получилось. Ладно. Буду вас греть до последнего. Тупо не горит. Что за бред? Наверное, это поток с кондиционера фигачит. Феном греет. Так, блин, фен, там же температура меньше будет. Правильно ж? У них здесь, смотри, как идеально прям получилось. Здесь широко, а здесь прям обхватывает. Прикол. Реально там дует просто-напросто. Я же, блин, прогреваю максимально хорошо. Там уже даже спалил все нафиг. Ладно, хрен с ним, так пусть и будет. Так, главное, чтобы малый до спичек не дотянулся. Блин, я даже попалил, короче, изоляцию эту. Мадрид, Мадрид, а? Ладно. Пойдет, короче, все. Так сойдет. Так, сейчас мы поставим сюда нашу шаську и посмотрим, что у нас получилось по итогу. Так. Блин, планулся к нафиг. Эх. Так, смотрим. Здесь выравниваем наше чудо горе магниты. Вот здесь их надо было ставить. Здесь планка такая продается с магнитами. Не надо было это все лепить. Ну ладно, уже слепили, так пусть будет. Так, это временно пока так. Так, встало чудо, Юда, на колени. Короче, смотрим, что с джапенсой у нас. Вроде из этой запаски не сильно так, типа, что-то поменялось, да? Не проблема. Передок мы опустим, скорее всего, немного. Так, ставим на нашу крутилку, чтобы мы могли продемонстрировать то, что получилось. Плюс-минус финальный вид этого чудо-китайца легомномеса. Так, видишь, у меня здесь, короче, пустые колеса прям вообще. Тот поролон, который там внутри, он, не знаю, он тупо исчез куда-то. Он супер мягкий, или он уже сгнил там внутри. С тем, как я люблю болотца, это все может быть. Ну, короче, внутренние части буду менять. Я и диски буду менять. Ну, короче, все тут меняется. Плюс-минус вид такой будет. А, кстати, хреново видно. Сорян. Вот так. Плюс-минус вид такой, только колеса другие будут. Диски другие и резина другая.
Резина другая будет временно, мы ее протестируем. Так, я забыл там гайки встобачить. Сейчас мы это сделаем. Пока что вот так как-то. Ведь крезы не знаю, там что особо добавилось, по виду не добавилось, но вот сзади по-любому стало лучше с запаской. Хотя тоже как-то странно смотрится. То, что запаска не такая. Плюс под таким углом диким. Ну ладно. Зато выше получилось и может меньше цеплять будет здесь жопой. Да, туда надо какой-то ставить другой поролон. Или вообще не поролон, а именно такой резиновый есть. Но это все едет. Все это добро едет. Вот такая чушь, все в болоте, короче. Что я хотел проверить? Хотел проверить, не посрывал ли я там карданы. А то было очень жестко. Прям очень жестко. Так, смотрим. Вроде не посрывал, не прокручивается. Само, типа. Нормально, значит. Надо будет баллон ВД-40 купить, нормальный такой, серьезный. На 2 литра. И это все смывать после этих бешеных покатух. Кстати, Вадик там завтра видос выйдет вот с этим парнем. Я про Шварца. Как он там, короче, месил эту глину. Уф, было весело. Надо будет как-то... Ну, короче, тяжко снимать в глине. Это, во-первых, тебе надо двигаться, чтобы, ну, вообще... Короче, с камерой нормально летать. А ты не можешь, потому что как тебя ноги всосало. И все, ты стоишь на месте и снимаешь что-то. То есть, не знаю, как там снимать толком. Там, по идее, другого варианта нету снимать. Там переместился. Ну, короче, тяжко. Ну, весело. Опыт новый будет. Для первого раза, короче, нормально будет вчера, завтра. А там тоже только первый кусок. Там кусков будет много. По мотору, что скажу, короче, по мотору. Он как упирается в что-то, если ты легенький газ даешь, он как бы вот упирается, ты уперся, значит, ты хочешь легонько. Потом оно бах, откатилось, типа. Чтобы оно проехало, надо дать нормально газу, и тогда вообще без проблем едет. Так, я говорил, что здесь заменить надо будет. Блин, мне впадло вставать сейчас за этим опять искать замену этому огнетушителю, блеха-муха. Ну а что поделать? С места рвет неплохо. Короче, вот да, как раз и поломалась. Первый раз, как я только газ продавил на этом моторе, вот она перевернулась, тачка. Зеркало пошло, вот это пошло все. Так, что дальше делаем? Здесь осталось только заменить вот этот огнетушитель. Остальное мы то, что планировали, сделали. Так, что там по стриму, сколько он идет? 1:20. Даже не знаю, что надо будет еще сюда одно колесо поставить на крышу. А то я убрал на запаску. Давай, Вадик, давай. Спокойной ночи. Спасибо, что был. Хоть потрещали немного. Так. Что мы еще дальше будем делать, ребята? Здесь все внутри в болоте, короче. Ну, пускай вот так и будет. В следующий раз, по-моему, лучше. Так. Сейчас, наверное, сниму эту шасть отсюда.
Электронику пока не спаковать не буду, чтобы оно там все просохло. А здесь уже все хорошенько заржавело. Можно увидеть. ВД-шку надо купить срочно. Так, вот у нас запасное получается. Дворник запасной. Так, отвертка упала. Я не знаю, ребят, наверное, на этом все будет, по крайней мере, там уже дальше неинтересно будет. Там покрасить хочу одно стеклышко. Так, еще, наверное, здесь выкручу эти два шурупа, попробую их по новой вкрутить. Так, мне здесь что надо? Маленькую полторашечку. Отверточку. Так, руками манал крутить. Берем нашу электроотвертку. Сейчас мы там подправим немного. То вырвало у нас здесь болото наше. Кондиционер включился. Дышать будет чем. Фух. Душненько, душненько. Так, смотрим. Выкручиваем эти шурупы отсюда. Так, один есть. Вырвало так, что насквозь протянуло. Так. Монтируем назад. Попасть бы. Берем батон. Так, есть, попали. Короче, прижимать сильно не надо, а то оно пролезет сквозь резину эту. Вот так, аккуратненько придавить и все. Так, смотрим. Где там наша дырень-то? Добрый день. Так, нормально. Так, смотрим, что здесь. Здесь, слава богу, не сорвало ничего. Так, здесь надо вручную купить, но это потом мы сделаем. Электроника пофигу просохнет. Потом мы этими займемся, когда она просохнет, и заодно поменяем наш огнетушитель. На этом, ребята, все. Мы немного обновили нашего Чероки. Добавили запасное колесо сзади. Вот здесь. Прикрыли пустое место. Уже немного лучше стало. Ай-яй-яй-яй. Вот это поворот. Просто телефон выскочил. Сорян. Что-то пошло не так. Под конец стрима, кстати. Опа. Выскочила. Захотел убежать. Ладно. Итак, заканчиваем. Этот кусочек я вам, возможно, обрежу. Добавили еще веткорезы вот здесь вот. Так, секундочку. Вот. Веткорезы, кстати, качество мне их понравилось. Нам хватило вот одного веткореза. Мы его разделили на две части. Здесь немного не удалось запаять нормально, но ничего, и так пойдет. Главное, что здесь красиво. Вот такие вот у нас обновления сегодня у этого Жорика и Инжорика. Широкий джип. Я надеюсь, мне было слышно, потому что я, блин, микрофон в сторону поставил. Как-то так, на этом все, ребятка. Ребятки, завтра новое видео, не забывайте, в пятницу. Пока что видео новое выходит в понедельник и в пятницу.
Monday and Friday. And maybe shorts video Wednesday, суббота. Ой, среда. В среду. В среду, короче, планирую пока что выпускать в среду видос. Короткий. Понедельник, пятница, нормальное видео. Так, вижу здесь какая-то трещина. Так вроде не было, но да ладно. Возможно, где-то перевернулся. Все, всем спасибо, ребята, кто был. Спасибо, кто поддерживает, ставит лайки, пишет комментарии. Это очень важно для продвижения. Тем более, когда маленький канал, мало просмотров. YouTube это не особо любит. И поэтому не дает по полной трафик. Все, ребята, спасибо. До скорых встреч.